Шадринский приют «Надежды» продолжает реализацию проекта «Протяни руку лапам». В июле этого года проект получил президентский грант в размере почти 3 миллиона рублей. В рамках его реализации изготовлены вольеры для собак. Также планируется проведение уроков взаимопомощи человека животным. Мы реализуем проект, который стал победителем фонда президентских грантов. Проект направлен на улучшение условий проживания собак в приюте. Ну и также там в этом проекте достаточно большое количество мероприятий, которые будут реализовываться с детьми. То есть будут уроки дружбы, поездка в приют диких животных Карена Далакяна в Челябинск, фотовыставка, медиаконкурс, то есть это достаточно большое количество мероприятий. Помогать приюту шадринцы начали еще 4 года назад. Благодаря мастерству учеников лицея номер 1, приют получил в подарок новые собачьи будки. Финансирования для покупки материалов, инструментов и оборудования не хватало. В 2018 году организаторы проекта приняли участие в конкурсе президентских грантов и одержали свою первую победу. У нас в прошлый грант было построено 40 вольеров. Сейчас мы построим 20 вольеров. То есть сейчас будет 60 новых вольеров. Но они могут здесь, видно, что вольеры большие. Здесь может располагаться до 3-4 собак. Но все равно необходимость, конечно, еще есть. Есть необходимость в создании кормокухни, изолятора для больных собак. В изготовлении вольеров активное участие принимают студенты Шадринского педагогического университета. Ребята понимают необходимость помогать приюту и, несмотря на летние каникулы, облагораживать территорию зооцентра. Эти вольеры, они будут теплее, потому что это вот ладно, у нас нынче была такая теплая зима, и то мы утепляем будки сверху, сено внутрь, чтобы собаки у нас не замерзали. А тут вообще вон хорошо. Там и собачка закрыта, тут она погуляет. Вот, вообще прекрасные вольеры. Волонтеры зооцентра «Приют Надежды» ежедневно помогают бездомным животным. На сегодняшний день на попечении приюта находится около 200 собак. Каждая из них хочет обрести свой дом и любящих хозяев.